Всем привет! С вами канал Все про Android, и сегодня я хочу продолжить цикл приложений, функций фирменных прошивок на вашем Android устройстве. И рассказ будет о программе, которая называется iSpy. Сейчас у меня программка установлена, она активирована. Вот видите, что вверху появляется периодический значок. Это значит то, что смартфон находится на уровне моего лица. Программа его определяет и не дает заблокировать устройство. В LG данная функция есть, то есть LG считается вот G2 в моем случае топовым смартфоном, поэтому здесь-то есть такая функция умный экран, но сейчас я ее отключил для того, чтобы проверить работу данной программки. Все, что нужно, это установить программку, скачав ее из Play Market, и перейти к настройкам, включить службу, поставить галочку «Запуск при загрузке», настройки, отметить частоту. Здесь я ничего не менял по умолчанию, просто поставил галочку «Постоянная проверка». В чем еще вот прелесть по настройкам данной программы? В том, что здесь есть подкладочка «Умный тайм-аут». Например, не сканировать на наличие лица при касании экрана. То есть, если вы читаете книгу, то вот эта вот функция будет включена и программка не будет отрабатывать, то есть не будет подъедать вашу батарею. Скажу, что, допустим, при просмотре видео очень удобна программа. Что происходит? Вы смотрите видео, и пока вы смотрите на экран, видео воспроизводится. Если же вы уводите взгляд от видео, то приложение, по крайней мере в моем случае, приложение было поставлено на паузу. Вот. То, что я хотел сказать о данной программке, в принципе, распространяться-то много и нечего. Сейчас я уведу смартфончик в сторону, и мы посмотрим, как отработает данная программа, даст ли она смартфону заблокироваться. Ждем определенный промежуточек времени. По сути, когда программка не находит ваше лицо, появляется красный значок, и в этот момент она отменяет программа свое действие. И сейчас, по сути, смартфон должен притушить экран и заблокировать устройство. Вот сейчас смартфон, красный значок был, лицо не было определено, и смартфончик удачно выключился. Пока программка будет видеть ваше лицо, смартфон не будет притухать. Скажу сразу, что не на всех Android устройствах будет отрабатывать данная программа, поэтому если она вас заинтересовала, вот видите, периодически появляется значок. Кстати, в настройках этот значок можно убрать. Я его не убирал, поскольку идет демонстрация работы программы, то настройки на русском языке, все можно будет это дело организовать. Вот, мне кажется, что для многих данная программка будет интересным, потому что иногда, если вы там, допустим, читаете какую-то страничку, пускай это будет в браузере, в читалках современных там уже эта функция организована. Но как дополнение для Android устройств, вот такая вот фишечка iSpy. Есть еще программка, которая называется Smart Stay EX. Но она, в принципе, по функциональности такая же самая, но минус в чем, что она постоянно щелкает, постоянно отрабатывает камера, поэтому вот я для тестирования данную программку устанавливал, она мне не очень понравилась. Но ссылки на обе программы я дам в описании видео, возможно, вот iSpy не отработает, попробуйте установить Smart Stay EX. Программка тоже в Play Market, есть платные и бесплатные версии. Надеюсь, что данная информация будет полезна многим пользователям и подписчикам моего канала. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!